Как-то пена шел к Валере поучиться в стримском деле. Только дед дверь не открыл. Мотоблок хуй прищемил. Валер, поехали. Ой, пошли на склад, оружие, да? Пошли на склад. Чё-то там не понял. Дурень старый. Дед простроил хренолет, полетел в Донбасс сражаться. Только так и не сражался. На подлете разъебался. Осуждаю, блядь. Понял, принял, вычеркиваю. Я воин нахуй. Эх, Валера, старый хуй, безволосая башка. Нет еще и полтишка, да только лысая башка. 54 года не хотел, блядь. Да-да, блядь. Если вас назвали Владик, вы ебали целый садик. Если вас зовут Валера, то вы тоже в этом деле. Ну, я осуждаю. На, Валер. Давай. Помню, пенис был нормальный, обожал он секса на, а потом женился вдруг. И вдруг стал цок-цок каблук. Ой, боже, что за бред? Надо тебе обрезы? Спасибо. Обрезы надо? Не, не надо, отдай, пожалуйста, кому-нибудь пацану. У меня... Здравствуйте, как дела? Мужики, короче, кто возьмет больше 20 тысяч? Старый ты дурак. Люча старая маразматика. Спасибо, братишка. Да, супер. Очень любим мы стримы, больно все эти хороши. Но еще мы очень сильно ждем на стриме мы Ралину. Кого, блядь? Пожелай, ты швабра. Какой еще Ралина? Это кто, блядь? Это кто еще Ралина, блядь? Кто такая Ралина, блядь?